дали одному котенку колбаску. О, как! О, а где третий? А вон он, третий. Ну, вы молодцы, ребята. Добрый день, уважаемые друзья. Это улица Кирова. Ну, она вам, наверное, не интересна. Пойдемте лучше к морю, сразу к морю. А это улица Партизанская, где я и снял квартиру. Вот. Моей дочечке нравится, когда асфальт мокрый. Он специально для нее эти кадры. Так, и о погоде. Значит, опять та же самая теплая погода, по ощущениям градусов 10. Море волнуется. Сейчас дойду, покажу поближе. Не, ну конечно, я загнул, что море волнуется. Это такое. Прибрежный накат. Да, и галеру, конечно, да, покрасили, все обновили, но раньше она была красивее. Так, смотрим. Не, ерунда. Следующая. А вон, вон, вон. Идет волна. Сейчас будет красиво. Так, надо считать. Тут такая тема. Каждая седьмая волна посильнее, чем предыдущая. И каждая 49-я волна еще сильнее. А дождик продолжается. В общем, сегодня будем смотреть на дождливую Ялту. Момент можно назвать так. В поисках красивой волны. Но такая волна, господи. Море спокойное, ветра нет. Вот здесь была летняя площадка Испаньолы. Потом потоп. И вот такая беда. Может еще восстановятся, не знаю. Вот ресторан Испаньола. Ну, точнее, копия той самой Испаньолы, которая снималась в кино. И они себе еще кусок урвали. Вот прям при входе на Приморский пляж. То есть вообще теперь море не видно, пока до него не дойдешь. Кто-то спрашивал в комментариях, что это, мол, за аквариумы на набережной. Вот кафе, магазины всякие. Вы думаете, это местным нравится? Да ни разу. Но, знаете, сейчас в наше время у кого больше денег, тот и прав. Вот у моря есть одна приятная черта. Вот смотришь, смотришь на эти волны, они накатываются. В конце концов, такой прям убаюкиваешься и улетаешь куда-то, свои мысли. Пять секунд релакса. Ну, просто так.
апартаменты «Опера Прима». Здесь летом в ресторане «Верди» по вечерам играет Владимир Дод. Я иногда вставляю его музыку, ну, с его, конечно, разрешения, вставляю музыку в свои ролики. Чем он хорош? Он классный аранжировщик. Будете в Ялте, заходите сюда, послушайте. А это подвезли свеженькую щебенку, чтобы отсыпать пляж. Если его не отсыпать, то море заберет свое. И даже чужое. Отель «Левант». Всю жизнь мечтаю. Хотя бы одну ночь вон там, на верхнем этаже. Ну, вдруг меня смотрят владельцы этого «Леванта». Ребят, я вам такую рекламу сделаю. О-о-о. Закачайтесь. Раньше у этого отеля, ну, до того как, здесь было классное заведение, называлось «Сон у моря». Представляете, вы лежите несколько часов, а может и ночь, и под шум прибоя спите. Это такой релакс. Это даже, это надо один раз прочувствовать. Похоже, дождик успокоился. И, ну, солнца может не будет, но, по крайней мере, капать уже не будет. И вот находиться на таких соляриях, которые прямо над морем находятся. И вот ты такой, вот тут позагорать, посидеть летом, да и зимой тоже. Прям напитываешься этим морским воздухом, прям чувствуешь его, этот запах. Это... это Приморский парк. Ну, точнее, то, что от него осталось. Бамбук. У бати моего, царство ему небесное, во дворе рос. Мы его два раза вырезали. Не, все равно растет. Потом какой-то химией траванули. Не, все, корень достается. И опять полгода проходит, опять он высокий, зеленый, красивый. Он тут по Ялте растет, как сорняк, повсеместно. А теперь реклама. Тот, кто подпишется на мой инстаграм, тот первый узнает, о чем будет следующее видео. Обратил внимание, что вот на втором этаже, ну, может, такое же и на первом, некоторые кафешки посъезжали. Наверное, все-таки аренда подорожала. Я вижу другие ребята, что-то там ремонтируют. Уже починилось или нет? Это первый этаж. Вот этого безобразия. И тут, смотрите, солнышко. Детишки выскочили. Наверное, закончились уроки. Саживают молодое деревце, и не просто деревце, это кедр плакучий, очень дорогой, очень дефицитный. Ну, на этом, собственно, и все. Можно и заканчивать. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на инстаграм, и будете знать, что я буду в следующий раз показывать. Большое спасибо за внимание. До свидания.